200 сказочных персонажей в одном месте. Это ли не праздник? Солнечный день, хорошее настроение, сотни горожан и музыка. Так встретили красочный парад Дедов Морозов и Снегурочек в Анапе. Участники акции «Скоро-скоро Новый год» в костюмах новогодних героев водили массовый хоровод вокруг главной городской елки на Театральной площади. Громко и аплодисментами встречали юных спортсменов-бегунов курорта. Танцы, песни, хороводы привлекли многих анапчан. Кто-то в качестве команды поддержки, кто-то шел мимо и, увидев праздник, остался до конца. На предпраздник В праздничном торжестве главный Дед Мороз и Снегурочка города дали старт новогодним поздравлениям. Новый год – всегда ожидание чуда, волшебных приключений и удивительных перемен. И, конечно, подарков. И вы, Деды Морозы и Снегурочки, несете в каждый дом, в каждую семью веру в чудо, добро и исполнение желаний. Затем главные герои новогодних праздников под барабанную дробь прошествовали по улице Горького. По пути к шествию присоединились взрослые и дети. Завершился парад Дедов Морозов и Снегурочек на стадионе «Спартак», где и состоялся зрелищный шоу-марафон на лыжах. Забег определил самого спортивного дедушку и его внучку. Отлично прошел так. Лыжи, правда, отлетели. Но так замечательно все было. Желаю всем провести отличный Новый год. Встретить его с семьей и с лучшими друзьями. Я просто с детства на лыжах стою, поэтому как бы привычные действия. Наверное, больше будет люди здоровым образом жизни заниматься, ну, смотреть на нас и как бы тоже стремиться к тому, чтобы на лыжах покататься. А ты на лыжах вообще когда-нибудь пробовала? Нет, первый раз вообще, да еще на таких деревянных. Вообще классно! Победителям марафона вместо медалей вручили символичные игрушки-шары на новогоднюю елку.